Дорогие товарищи, здравствуйте! Сегодня 20 февраля 2024 года. Мы в городе Анапе. Проездом ездили мы в Херсонскую область. Возвращаемся, уставшие немножко. Но не заехать до семьи Лабутовых, Владимира Константиновича и Алиночки, мы просто не могли. Но даже не поэтому мы не могли. Вы, ребята, гляньте, что у нас за головами. Видите? Видите. Мы когда зашли, мы были поражены. Теперь я буду говорить. Да, да. Владимир Константинович, расскажи. Я буду говорить. Да, расскажи, что за картина и кому она предназначена. Это самое главное. Это подарок семье Змеевских. Спасибо, дорогие мои. На новоселье. Вот им государство подарило дома. Да, два домика. Небольших таких, ну хороших, уютных, симпатичных вместе с участком. Они там были у нас? Да, мы там были, очень хорошо, там все оборудовано, классно можно жить. И даже мы там проживали там несколько дней. И приезжайте еще. Да, и приедем, конечно, когда будет время. Ну и вот мы решили, да, как бы сказать, сделать подарок на новоселье. И вот в год дракона у нас получилась такая композиция. Я где-то 3 месяца вынашивал, чтобы там был и православный сюжет, и год дракона. В общем, все в кучу намешал. И Благовещение, и Архангел, который будет вот в правом верхнем углу там защищать православный город. Это в левом углу. А, в левом городе православный. Да. Это наш, да. Это считай, что Береславский район. Линия реки Днепр. Да, да, река вот. Днепр почти, да, 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 да. То есть получился такой символизм, чем я, кстати, в последнее время занимаюсь, реалистическим символизмом. Такое течение есть в искусстве, в современном. Вот, ну, ребята оказались довольны. Ребята, для нас это икона. Это икона. Но вы представьте, здесь будет еще рамочка шикарная. И оно будет висеть у нас дома. Но еще хочу отметить в очередной раз. Нарисовал эту картину член Союза художников России. Заслуженный человек. Профессор, академик и все прочее. Нет, я не профессор, шикарно. Володя, для меня, А, для тебя я это 100%. Да. Академик. Да. Владимир Константинович Лабутов. И Алиночка помогала ему, вдохновляла его на вот этот шедевр. Ну, у него все шедевр. А вот этот для нас самый-самый лучший шедевр. Спасибо, Владимир Константинович, дорогой мой. Спасибо. От всей души. Да, Алиночка, спасибо, что ты вдохновляла Володю. Поддержите друг друга, ребята. Молодцы. Нам очень приятно, что мы с вами когда-то встретились в прошлом году на теннисе настольном. И до сих пор мы продолжаем поддерживать хорошие дружеские отношения. Все, ребяточки, спасибо вам большое. Ну, наверное, стоит отметить, теперь это в кафе пойдем. Да, сейчас пойдем в кафе, конечно. Там побеседуем. Да, побеседуем еще. Да. У нас тема есть, поговорим еще. Владимир Константинович даст нам интервью маленькое. Красиво сделаем. Все, ребяточки, до встречи.